Трамп хочет провести масштабный военный парад. Масштабный военный парад может пройти в Вашингтоне в День независимости США 4 июля 2018 года. По желанию президента, за образец возьмут парад во Франции на день взятия Бастилии. Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне в День независимости США. Направление было определено. «Я хочу такой же парад, как тот, что во Франции», цитирует неназванного представителя оборонного ведомства американское издание The Washington Post. По данным издания, встреча Трампа с высокопоставленными военными состоялась 18 января. Среди прочих, в ней участвовали министр обороны США Джим Мэттис и начальник генерального штаба Джозеф Данфорд. Подготовка к возможному празднику, во время которого армия США сможет продемонстрировать всю свою мощь, находится на ранней стадии, и пока еще не принято никаких решений, уточняется в сообщении. В тот же день администрация президента США обнародовала заявление, в котором подтверждалось, что Трамп поручил Министерству обороны выяснить возможности для проведения праздника, во время которого все американцы смогли бы выразить свое уважение защищающим страну военным. Трамп присутствовал на традиционном военном параде по случаю дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 2017 года по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В торжественном марше наряду с французскими участвовали и американские военные, всего 3720 военнослужащих. В небе над Елисейскими полями пролетели 63 боевых самолета и 29 вертолетов. В отличие от Парижа, в Вашингтоне лишь по особым поводам проводились военные парады, однако до сих пор не было принято организовывать в День независимости подобные мероприятия с участием марширующих военных подразделений бронетехники. Отметим, Трамп считает, что для американской мечты настало лучшее время. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.